Всем привет, 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 друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Far Cry New Dawn. Итак, у нас с тобой здесь есть заданица, главное, естественно. Так, кто там? Кого ты заметил? Блохастый, ты, блядь, кого заметил? Короче, надо посмотреть, где. Нам нужно с тобой встретиться с Ирвином и поучаствовать в гонке на выживание. Вместо того говноеда, чей костюм мы взяли, а его убили. Итак, пошли, короче. Может, пойдем, а может, поедем. Я не знаю. Давай, наверное, поедем. Чё просто так-то ходить? Давай, берем. Значит, чтобы нам с тобой... На чем мы сегодня с тобой кататься будем? Вот, может быть, на этой малышке? На кровавом драконе? Так, сколько? А, нет, дорого. Пацаны, это очень дорого. Можем просто взять вот этот вот. Тоже вроде ничего. Даже удобство лучше. Берем. Так, где он? У-у-у-у, рухлядь какая. Ладно, надеюсь, ездит он лучше, чем выглядит. Садись. Так, сейчас мы вон тех говноедов еще раз бомбим. По дороге... Да, как-то странно, может. Тю! Что-то здесь со сход-развалом, по-моему, пацаны. Очень ненадежный сход-развал. Ну и пушка зато есть. Оу, оу, пацаны, я что нашел, смотри. Да ты чё? Фотография. 9 на 12. Ну-ка. Ты видишь здесь этот дом? А, да, вот же. Практически похоже. Ну, на фотографии, конечно, лучше выглядит. Очко навыков получили. Все, погнали. Погнали, Тимбер. Все, ты здесь, погнали. Так, где нам там? 300 метров. Короче говоря, мы сейчас с тобой встретимся с Ирвином. Он нам что-то должен рассказать по поводу гонки. Возможно, что-то прольет свет какой-нибудь на гонку. Ладно, не нервничай, все нормально, дыши воздухом. Оу, легкие, не простуди. О, мы приехали. Это ты сам так развернулся? А чуть машина сама так развернулась. Так, Ирвин, здорово. Нехер было меня злить. Здорово, Утырок. Ну, что ты скажешь? Я долбанный гений. Каждый год победителя гонки на выживание приглашают на понтовую вечеринку. Так. Ты будешь участвовать в гонке вместо Фрэнка. Тебе повезло, я надыбал тебе отличную тачку. Да? В отличие от ты морда. Осталось только победить. Ведь тебе нужно попасть на вечеринку. Микки и Лу точно там будут. Там-то ты их и накроешь. Я за ну, погнали. Встретимся вечером на этом же месте. Да ё-моё, ты мог по телефону это мне сказать? Какого хрена? А зачем мне активировать гнев? Я могу обыскать. А, это не обыскать. Это я так понял, что я... Нет, подожди, чё за херота? Это я активировал задание. Точно, уже ночь. Круто. И это ты считаешь клёвой машиной? Вот твоя тачка. Сам привел в порядок. Залил полный бак лучшего этанола. Колеса подкачал. Полный набор. Тебя здесь знают в лицо, так что не снимай маску. Хорошо, буду ходить в маске. Устроим шныра. Устроим. Ты здесь оставайся. Устроим. Это я сейчас устрою. Так, куда ехать? 165 метров всего. Ну-ка. Так это рядом где-то. Тихо. Блин, я еще, ну, здесь бы не застрять еще. Так, спокойно. На, это знакомая всем арена. Ништяк. Порядок, Шныра. В этом прикиде тебя не отличить от любого другого урода. Бля, что я сделал? Я все время буду на связи, так что если ты облажаешься или тебя прижмут к стенке, ты услышишь, как я смеюсь. Но ты затащишь, я уверен. Блин, я что-то напортачил, да? Надеюсь, они не подозревают меня. У-ху! А вот и я!
Доберитесь. Чтобы победить, держись в курсе и попытайся не сдохнуть. Если кончатся патроны, ищи огни на дороге. Легко. Че, уже поехали? Ништяк. Бля, кто это? Ништяк. Блин, я застрял, пацаны. А что такое с машиной? Бля, машина застряла. Чё за херота? Вот так. Тихо! Сука, он мне перегородил дорогу. Да что за херота? Так, ладно. Сейчас мы сделаем полицейский разворот. А, блядь. Не получился полицейский разворот. Есть! Ха-ха-ха! Все, все правильно я рассчитал. На! Ништяк. Ну-ка. На! Сейчас я развернусь вот так вот. Тихо! Не, мимо. Воу! Чуваки на мотоке, держите. Бля, вот тут дырок, а. Тихо, надо принять колес немножко. Здесь я всех похерачу. Воу! Мимо. Мимо, пацаны, мимо. Так, ништяк. Это за мной кто-то едет? Блин, там еще кто-то. Оу, пацаны. Надеюсь, что попал. Не, нихера я не попал. Так, этого задавить? Бля, не получилось. Че, разворот? Не, вот этого задавить. Бля. Вот вы утырки. Бля, прицелься. Отлично. Блин, я горю, бля, я горю. Со мной кто-то еще едет. Надо принять таблы. Таблы. Бля. Забавная гонка получается. Так, делаем ход конем. Бля, иди в жопу, чё. Воу, под колеса не лезь, тварь. Тихо. Мне машины нужны. Мне нужны мотоциклы и машины. Тихо. Воу, ты утырок. Бля, промахнулся. Ладно, нормально. Прём пока. Бля, промах. Да чтоб тебя, почему ты не стреляешь через эту? Слышь ты, дебил. Вот утырки, а. Устроили там гонку на выживание. А где же мои патроны-то? Есть, патроны пополнились. Да кто ж там? Ёпта, они меня перевернули. Тихо, продержусь. Короче, идите нахер. Так. Ну и теперь твоя очередь. Я и без машины могу. Да, машина сгорела. О, там еще пацаны остались. Да, машине не повезло моей. Жалко мой болид. Зато смотри, сколько я всяких хреногрызов наколол.
Так и что мне делать теперь? Давай, брось оружие. Отлично, Шныра. Билет на вечеринку ты заработал. Прикольно. О, мотак стоит. Кверх ногами. Ништяк. Войдите в вип-зону. Ну давай войдем, посмотрим, что там мне приготовили. Надеюсь, уже шампанское стоит. Чё? А, мне наверх. Я почему-то думал, что мне в ворота, как победителю, надо зайти. Здорово, утырок. Там будет полно больших шишек, и все те еще говноеды. Аккуратнее, они до хера опасны. Да я вижу, что они здесь все говноеды. Ну, если получится. Платят за неуважение ко мне. Так, спокойно. Сейчас сначала я все здесь обую. Смотри, сколько всяких ништяков здесь. Пружины. Здорово, утырки. Ой, блядь, чуть тебя не убил, извини. Может, это тебя убить? Круто. Ладно. Никогда такого. Не буду я их убивать, потому что я сегодня в хорошем настроении. Давай, войти. Ну что, хреногрызы, дождались? Эй! Когда ствол будет на месте, я дам сигнал. Это ж ты. Слезь, это мой трон, тварь. Герой дня. Бля, как смешно. Блин, круто было. Обоссаться прям в штаны. Бабах? О да, прямо совсем как я в свое время. Спасибо всем, что вы здесь. Что приехали сюда. И тут клёво, но мы ненадолго. Вообще не круто. Мы кое-что узнали. И у нас есть предложение. Заходи давай! Когда мы их будем уже жахать-то? Оу, это же Итан. А это что за хрен? Циц! Он решит все наши проблемы. Он проведет нас на север и поможет заполучить... Предатель, сука. Что там, фрукт? Священный плод. Чудо нового. Да, вот его. Этот парень говорит, что этот фрукт дает охренительную силу. И если заплатите, мы с вами поделимся. Чё-то я ни хрена не врубаюсь. Мы и так сильнее всех. Она права. Он реален. Я видела. Что ты несешь? Святой плод? Не, ну это трындец. Да у вас, небось, мозги скисли. Как да давай их грохнем прямо здесь, капитан. Одной из ушки хватит. Досмеялся. Да. Да, с этими шоколадками не забалуешь. Бля, ну зачем в тарелку? Там можно дохавать было. Только если все сделаете. Вы должны сжечь новое Дэм дотла. Сделка есть сделка, мы не подведем. Сейчас. Мы должны спешить. Новый Дэм? Ну пошли, чё? Блин, они уходят. Блин, да мы сожжем эту сраную деревню дотла. Твою ж мать, а чё мы их не убили? Тот, от которого становишься сильнее? Ирня. Да, ты уверена? Они уже свалились. Ну что? Это облом. Ну хоть с остальными мудаками разберемся. Пушка в сортире, ясно? Пушка в сортире? То есть мы прям будем сейчас как Рэмбо. Так, войди в сортир. Оу, что-то это не похоже на сортир-то. Не, это похоже. Ну-ка, что здесь? Оу, катехи чьи-то. Кто-то забыл катехи. Забери, пожалуйста. Так. Фу, вот это котях. Ну-ка, а здесь что? Тоже катехи? Да, здесь кто-то прям таки, скажем, не по-детски сходил. Ну что, погнали. Надо, значит, грохнуть. Вдохни поглубже и не просри момент. Да легко вообще. Да бля, сдохни. Перезарядка. Твою мать! Сука. Валим отсюда, короче. Тихо, что здесь? Покиньте. Что это? Ага. Так, это мое обмундирование.
Верстак. Купить нужно все. Я ж тут потратился нехило. Так, боезапасы. Что с оружием? С оружием. Давайте вернем обратно наше оружие все. Где? Так это стоит нормально. А, гранатомета не хватает. Точно, гранатомет. Где он, мой маленький? Так, за место этого. Бейсбольную биту вернуть. Все. Я готов. Ну-ка, открыли нахер двери. Банч. Вперед. Бля, я думал, это, короче, грузовик живой. А это не живой грузовик. Оу. Мне сюда. Ух. Оторвались. Ну, может, оторвались, может, нет, куда-нибудь надо уехать просто, и все тупо. Погоня? Нет погони. Твою-то мать-перемать, близнецы смылись вместе с тем психом. Они поехали в Новый Эдем, точно тебе говорю. Убей их до того, как они узнают, что я тебе помогал. Так, в Новый Эдем. Удачки, Шнера, держу за тебя кулаки. Так я оторвался или что? Гонка на выживание закончена, друзья. Тормози. Хорош. Тут, кстати, аванпост. А пойдем, наверное, возьмем все-таки кого-нибудь с собой. Собаку брать с собой, не брать, непонятно. Может быть, взять кого-нибудь из убийц наемных. Так, где задание-то? Появилось вообще задание-то? Нет, не появилось. Внимание, нам сообщают об атаке близнецов на Новый Эдем. Какой-то предатель открыл для них ворота. Время пришло. Покончим с близнецами раз и навсегда. Покончим с близнецами. Решающие проблемы. Сюжетное задание. Ну, я думаю, что надо все-таки в состав отряда взять кого-нибудь с собой. И желательно кого-нибудь, сука, который умеет стрелять. Так, бросает коктейли Молотова. Там бабуля видит через... Ага. Давай. Возьмем с собой, естественно, рейдеры, этого. Папа. Так, рейдеры, шмейдеры, навыки. Навыки. Что мне нужно сделать? Мне нужно, наверное, побольше взять... легких. Побольше легких взять. Патрон, может, побольше взять, действительно? Давай возьмем патрон побольше. Круто. Приходите в Новый Эдем и помогите нам сжечь его к хренам. Так, короче, сейчас будет битва за Эдем. Я понимаю, видимо, это правильно. Так, побольше патрон, естественно. Все, им просто пипец. Им просто кранты. Боеприпасы. Сейчас мы здесь все поизготавливаем. Нет места. Ничего нету, короче. Места нет, ни хера. Так, ладно. Извиняюсь, так. Ну что, наверное, по карте будем передвигаться, я думаю. О, а что это так одет-то странно? Ну-ка. Очки, пожалуйста, в студию. Куртку нахер, а то с ними жарко будет сейчас. Сейчас будет очень жарко. 100%. Перчули одень нормальные. Не эти. Вот эти. А может эти? Не, железный человек мне не нравится. И штаны давай смени. Там будет, я думаю, что совсем жарко. Вот так вот. Терминатор. Робот-терминатор. Ну, в принципе, мне он нравится. Нормальный такой тип. Костюмы здесь у нас с тобой гонщик добавился. Да. Так, где карта? Ну что? Надо перемещаться по-быстрому. Куда только переместиться, чтобы там... вот сюда. Так, доберись до Нового Эдема. Охренеть, а еще вдобавок и 500 метров бежать. Ну ладно. В принципе, не страшно. У меня теперь легкие прокачаны. Мы можем, конечно, еще сильнее прокачать легкие, но я думаю, что это ни к чему. Хотя... Так, это у меня есть все наш... Ништяк, у меня все здесь есть. Может, даже переключимся.
Ты со мной, Пресвятой? Так. Да ё-моё, чё ж так долго до Эдема-то бежать? Ты давай не отставай, у меня дыхалка-то прокачана. Мне все равно задыхаться начинает, представляешь? О, нифига ты как вдарил! Да они все... А, подожди. Сейчас я все поменяю. Спокойно. Раз. Два. Тут же... А, тут снайпа была. А почему сейчас какое-то говнище, а не снайпа? А, блин, вот это жесть. Ладно. Думаю, что мы с тобой справимся и с этим оружием. Когда солнце уходит за горизонт. Почему же я снайперскую винтовку-то не выбрал? Короче, поторопился. Ладно. А, доберитесь до церкви Нового Эдема. Легко. О, там кто-то умирает. Я ранена. Тихо. Вставай. Чужак, у нас не было шансов. Близнецы и их армия просто смяли нас. Мы не были готовы. Да ладно, ничего страшного, я зато готов. Преподобный тоже готов. О, там кто-то еще помирает. Вставай, брат. Будем бороться. Итан был с ними. Да, Итан мудак еще тот. Потому что он мудак. Шли на север. Говорили, что до сделки. Заодно с грешниками. Ничего страшного, мы его накажем. Я думаю, что даже плеткой. Накажем плеткой. Все, больше нет этих помирающих. Понятно. О, есть, стоп. Сейчас помогу. Я бегу. Вставай. Стараюсь. Что так странно у меня видно этот калаш. Так, может здесь тоже кто-то помирает? Слушай, а что за фигня сейчас была? А, это я присел, что ли? Что за дерьмо? Так, пополнить боезапас. Нет места. Ладно, пошли. Прошу. Вставай. Привел их. Саранча. Привет, кролик. О, здорово, шоколадки. Я думала, ты уже сдох. Да? Не надейся, а ты, сучка. Ты никак не уймешься. Упрямый, как осел. Но мы тоже. Самое обидное, что мы могли бы быть заодно. Могли бы быть заодно. Каких бы дел мы творили. Но, похоже, не судьба. Твою ж мать! Начинается. Ладно. Тихо. Оу! Слушай, а круто, я прям отсюда ее могу убить. Подожди, мне нужны... О, нихера себе, а кто это меня уже грохнул-то? Сейчас, на, держи. На, еще держи. Еще держи, на. Твою ж мать! Жри скорее таблетки. Перезарядка еще грёбаная. Тихо, спокойно. Я подгораю немножко. Ёбарный театр. Кто это? Тихо. Сожри, пожалуйста, еще таблетку. Я больше не выдержу. Воу! На!
На, сука, на! На, падла, на! 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 Честно! Чукар! Чукар, честно, сука! На! Вот, сука! Ранили! Эй! Честно! Да честно все, что ты слышишь? Нужна помощь! Блядь, я затыкаю. Так, давай таблетку сожрем. Помоги, я ранен! Да подожди там, кто там ранен-то? Я ничего не вижу. Оу! Ха-ха-ха! Да, я ее прикончу. Ну что, доволен? Конечно, доволен, естественно. Все, минус один. Ждите поддержку с воздуха. Где она? Где вторая-то? Бля, я не вижу ее. Знаете, суки там. Вот так вот, минус. Бля, ничего не вижу. Отвечаю, ничего не вижу. А, вот же говноеды. Блядь, кто там стреляет по мне? Ты куда? Стой! Где вторая эта тварь? На. Так, еще гранатку. Что-то их я здесь не вижу. Бля, ничего себе, это я тогда специально сам, да? Да чтоб меня, мне надо слезть. Спокойно. Так, изготовление всякого говна. Блядь, собака меня жрет. Сдохни, сучка. Насрать, где Лу? Спокойно. Дай пролезть. А где она? Минус собака. Минус... Оу! Тут уже серьезно, пацаны. Бля, вот ты задрала. Так где? А, вон она. Прощайся с жизнью. Бля, перезарядка. Сучка. Ха-ха. Сука. На. На. Где она? На, падла, на, сука, на. О, вот теперь я добью тебя. Фух. Все. Да дайте добью. А кто по мне стреляет, я не понял. Ну что, дождались, шоколадные сестренки? Ники, ты норм? Нет! Я же их убил, как они могут быть живы? Нет. Ты там не сдохни. А ведь я обещала. Что? Маме, что мы не кончим, как папа. Ну, хоть повеселились, так ведь? Повеселились? Надеюсь, вас повеселила последняя битва. Эй! Она откинулась, наконец-то. Не умирай первый! Нет у тебя такого права! Я старшая! Сначала я! Вот черт! Лу! Да так вам и надо, сучки. Я должна была беречь тебя. Должна была беречь тебя, но не справилась. И, блин, мне так жаль, что я все похерила. Похерила. Похерила.
Ну давай уже загибайся. Кроличек, ты напоминаешь мне маму. Она верила, надеялась. Она хотела сделать этот сраный мир лучше, и нужно было послушать ее. Да, маму нужно слушаться было, сучка. Но все как-то завертелось. Делай, что должен. Да ты сдохни уже в конце концов-то. Делай, что должен. А что я должен делать-то? Оу, так она еще живая. А решающие проблемы закончены, друзья. Ну вот, сразу обыщем их. А можно я ее грохну? Итан ушел за отцом. Ты еще можешь помешать ему. Итан? Если нет... Что ж, это было круто. Оу. Прощай. Прощай, прощай. Так, что она сказала? Итан пошел куда-то, за кем-то, за чем-то. Да, вот это мясорубка здесь реально. Вот это мясорубка. А тут нет верстака, случайно. И куда мне вообще идти? Ух, нифига, куда мне нужно идти? Подожди, но я не во всеоружии. Мне, наверное, все-таки нужно сгонять до этого. Как это называется-то? До аванпоста, наверное, сгонять. Да, друзья, я просто предлагаю на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.